Элина, так, ну вот мы с тобой в этом году занимались. Расскажи, что было для тебя самого ценного, что больше всего тебе понравилось в наших занятиях? Мне понравилось больше всего, когда я была там, все задания мы проверяли, ошибки исправляли. Еще мне очень понравилось то, что я узнала очень много нового. Для меня самой интересной темой и оказалось пассивное время, но остальные тоже. И еще мне очень понравилось, и мне помог учитель подтянуть знания по английскому, потому что раньше оно у меня было похуже, а теперь узнала очень много нового. И теперь у меня очень хорошие оценки, и учитель мне хвалит. И еще это в Инстаграме на отличника.